поселке Первомайский Знаменского района введен в эксплуатацию современный двухэтажный корпус психоневрологического интерната номер 2. Рассчитан на 176 человек. Строительство нового здания началось в 2014 году, а в первом квартале 2017 года приступили к возведению корпусов на территории психоневрологического интерната номер 3, что расположен в поселке Марусино Маршанского района. У нас проходит достаточно крупная стройка. Общее финансирование этой стройки более 160 миллионов рублей. По итогам строительства будет расширение численности, штатной численности и наших подопечных. До более 500 человек будет здесь проживать наших подопечных. Работы ведутся согласно графика, точнее строительство нового корпуса и реконструкции старого. Здание, которому больше 50 лет, устарело как морально, так и технически. Это корпус 60-х годов постройки, который пришел в негодность со временем. На сегодняшний день была составлена проектно-сметная документация по реконструкции данного корпуса, плюс строительство нового корпуса, порядка более 150 человек. Вот именно по новому корпусу будет заселено. Новые корпуса будут отвечать всем современным требованиям с комфортными условиями для реабилитации и адаптации пациентов. Впрочем, работа по оказанию социальных услуг в учреждении на хорошем уровне, отметил Николай Будённый. В рамках различных видов терапии у нас и культуротерапия, и зоотерапия применяется, трудотерапия. Сегодня вот у нас будет проходить концерт, посвященный 9 мая. Так у нас периодически, фактически на все праздники, и иногда без повода, проводится концертная программа, которая делает культурную жизнь наших подопечных более богатой. Работают кружки различной направленности. Это и шахматы, и шашки. У нас с большой охотой люди приходят на эти занятия. В интернате работают кружки, своя библиотека, дом культуры, где регулярно проходят мероприятия. Одно из наиболее значимых – концерт, посвященный Дню Победы. Кстати, помимо приглашенных творческих коллективов и свои участники. Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Сегодня в психоневрологическом интернате номер 3 285 человек. С введением в эксплуатацию новых корпусов численность увеличится почти вдвое. Тем самым в регионе практически будет ликвидирована очередность на предоставление социальных услуг в интернатах психоневрологического профиля. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – первый квартал 2018 года.